Огромные яркие ирисы, бабочки, змеи. Выходишь из лифта и попадаешь то ли в картинную галерею, то ли в параллельную реальность. Автор этих работ Наталья Зиборова рассказывает. Идея расписать стены подъезда пришла не сразу. Началось все с рисунков с собственными детьми. Мы много рисовали, пробовали разные техники. Все картины перекочевали в подъезд. Постепенно их становилось все больше и больше. Поэтому в какой-то момент мы решили переделать все. Диплома с корочкой художницы у Натальи нет, но рисовать девушка любит с детства. Обучалась сама и проходила различные курсы. Постепенно увлечение переросло во что-то большее. Ее талант оценили и соседи. Первыми в подъезде появились ирисы. Этим рисунком хотели исправить мелкие недочеты ремонта. Управляющая компания идею жильцов поддержала. И спустя год в подъезде уже 7 больших росписей. На вопрос, чем вдохновляется художница и как выбирает тему, отвечает, ориентируется на жильцов. Желание соседей. Они полностью поддержали, как бы и на краски согласились, да, на общую покупку. Рисунки сказали полная свобода, Наташа, выбирай сама, что хочешь. Главное, ну, вот, чтобы это была природа и растения. При росписи подъезда нужно учитывать рельеф и фактуру стены. Чтобы прокрасить все выступы, краски уходит больше, чем при работе с традиционным холстом. А кисти должны быть с довольно плотным ворсом. Все остальное – дело художника. В принципе, сложности как таковой только потому, что холст нельзя ни переставить, ни изменить, ничего с ним сделать. А так это даже больше интересно, чем холст. Во-первых, объем, во-вторых, эмоции. Мне так больше нравится. Сначала Наталья определяется с темой рисунка, делает набросок, выбирает цвета и доводит его до совершенства. На этот раз художница решила добавить немного романтики в подъезд. Это ее мультяшная интерпретация известной картины австралийского художника Густава Климта «Поцелуй». За основу взяла более оранжевые, золотые цвета, потому что у меня с этой стороны стрелец и оранжево-желтая, и там лилия желтая-оранжевая. Поэтому как бы в одной стилистике все сделать. Ну и немножко отойти от джунглей. Такая красота может появиться и в вашем подъезде. В этом году по региональной программе «Мой подъезд» в Реутове отремонтируют 168 подъездов. Каким будет ваш, в стиле минимализм или авангардной площадкой, решаете вы. В ходе ремонта жильцы сами могут предложить дизайн и оформление лестничных площадок. Именно так обычный подъезд на улице Южной и превратился в картинную галерею.